С точки зрения глобальной продовольственной безопасности, регион Европы и Центральной Азии, безусловно, благополучный. Очень много было сделано за последние десятилетия в этой области. Но в то же время в условиях новых вызовов требуются новые энергичные усилия. Какие это вызовы? Это прежде всего изменение климата, это нехватка хороших плодородных земель, это истощение запасов воды, это исход рабочей силы из сельских районов, прежде всего молодежи. В этих условиях для нас нужны новые подходы, новые решения. Очень важно, и есть определенные негативные тенденции в регионе, что повышается число людей с ожирением. Не хватает витаминов в питании для детей. Не хватает в целом уверенности в том, что пища, которую мы потребляем, 100% здоровая, питательная. Поэтому здесь нужно сосредоточить свое внимание. Ведь здоровая питательная пища – это здоровье населения. Но не только здоровье, это и производительность, и конкурентоспособность наших стран. Для того, чтобы достичь наших целей, требуется объединение усилий всех – и правительств, частного сектора, науки, общественных организаций. В докладе, который мы вам сегодня представляем, дается не только картина того, в какой ситуации сейчас находится наш регион, но и предлагаются конкретные решения. Я думаю, что вам интересно будет с ним ознакомиться. Будем рассчитывать на диалог на эту тему.